приветствую всех на нашем канале. Значит, столкнулся с такой проблемой. Отваливается зеркало заднего вида в автомобиле Audi. Эта проблема я посмотрел очень часто у всех водителей, так как многие не знают, что делать, просто-напросто покупают новые стекла на всяких вот этих, знаете, присосках. Присоски тоже очень плохие, так как они не держатся, а тоже при нагревании, температуре солнца, к примеру, 30 градусов, они просто отваливаются. То есть вы приходите в автомобиль, а эта присоска с стеклом заднего вида просто-напросто валяется у вас на торпеде. У нас же оригинальное зеркало заднего вида, было решение принято не покупать новое, а просто-напросто вот такой вот клейчик, который должен с этой проблемой полностью справиться. И сейчас мы будем эту проблему решать в домашних условиях самостоятельно. Смотрите. Итак, первое, что необходимо, это снять скрепление вот этого вот, саму металлическую поверхность, которую будем зашлифовывать. Ее хорошенько зашлифовать от старого клея, так как клей я снимал ножиком, после берется вот наждачка, любая абсолютно нулевка, и зашлифовывается до такого состояния, чтобы она была идеально гладкая поверхность. Так будет намного больше и четче эффект. Итак, после того, как мы хорошенько зачистили, теперь нашу упаковочку достаем, открываем. Откройте. И смазываем активатором то место, на которое будет... Значит, смазываем активатором вот это, и само стекло тоже смазываем активатором. Также в комплекте вот такой вот клей идет. Я не знаю, как брать этот активатор. Там сказано, руками не трогать. Ну, пробуй так как-то. Что, он сильно запечатан? Тут вот нарисовано, как брать вот так вот. Угу. Ну пробуй. Я не хочу руками брать, может там что-то с ним не так. Угу. То есть вот таким образом, да? Я буду таким образом. Вот так вот хорошенько смазываем перед тем, как наносить клей на него. Ой, соответственный запах на шатырь или что-то такое. А там ты протри тоже. И здесь давайте. Кстати, можно маркером нанести, но мы знаем, где мы будем наносить. Да, мы здесь будем, место, видите? Да, посредине, а вы наносите маркером. Протерли. И теперь нужно дать подождать. Сколько? Там 30 секунд пишется, по-моему. Да? Итак, даем 2 минуты активатору высохнуть. После берем вот такой вот клей. Срезаем все. Очень клей сильный. В инструкции сказано, чтобы одну капельку всего на все наносили. Давай пробуем. Вот так вот наносим. Да хватит, ты что прикалываешься? Да, держи, держи. Одну капельку надо было. Давай вот так разотрем. Не, оно расплывется. Ага. Ну и теперь клей аккуратненько прилаживаем на то место, где оно будет. И держим минуту. Вот в течение минуты необходимо будет держать это все. Ровненько, ровненько держи. И затем, когда оно схватится в течение минуты, необходимо подотри, дать еще... Подотри, вон капелька потекла. Ой-ой-ой, ты что? Нужно подтереть. Ой-ой-ой, блин. Сейчас вытираем, друзья, потому что... Очень сильный клей, друзья. Очень много его нанесли. Все, потом вытрем, потом вытрем. Вот так вот. Его сразу необходимо вытереть, потому потом мы уже его не сможем вытереть. Это сильнейший клей, состав там. И даем затем 30 минут полностью до полного результата.